Добрый день, друзья! Вы на канале Гольф Ломбард, с вами Игорь Яблонский. Сегодня у нас тема, посвященная миниатюре на слоновой кости. Как-то в начале своей бурной блогерской деятельности я снимал там маленькую передачку, посвященную миниатюре как таковой. Но сегодня более предметно мы с вами поговорим о миниатюре на слоновой кости. Тем более это та разновидность миниатюры, которая нам относительно часто встречается в силу своей производственно-творческой деятельности. Надо сказать, что тема эта не такая уж и безобидная, отдельные экземпляры. Надо сказать, что начиналось все это еще в 17 веке, в 18, в 19 все это прекратилось из-за развития фотографии. Вот, что некоторые экземпляры стоят очень и очень дорого. И вот, допустим, даже в подтверждение моих слов, если помните вот этот вот фильм, мной горячо любимый сериал «Госграница», фильм первый, когда там вот из бывших вот эти переходят границу, бегут в Германию, вот, и, значит, он вскрывает, этот бывший офицерик, он же Арамис, вскрывает двойное дно в чемодане, там у него находятся вот миниатюры, вот, ну, солдатик спрашивает, что это, как, он говорит, это мои родственники, но офицерик это не проглотил, так как пограмотнее был. То есть говорит этот сюжет даже о том, что в то время это все ценилось, ценилось на Западе, ценилось в России. Вот. И еще раз это подтверждает о том, что помимо эстетики, лично мне они очень как бы нравятся как произведение искусства, это носит еще и финансово такой коммерческий характер интересный. Значит, как я и говорил, сегодня мы с вами остановимся именно на Лупенмалерай, так это называется на немецком, то есть вот это вот миниатюрный портрет миниатюры на слоновой кости. Именно вот эти вот, которые здесь вот выставлены, небольшая часть моей коллекции. Как бы здесь следует отметить, что под миниатюрой на слоновой кости подразумевается не сама вот эта рамка, которая в данном случае тоже выполнена из лепестков слоновой кости или мамонта, мы про это поговорим с вами позже, мы будем для удобности говорить слоновая кость. Вот. Речь идет не про это, если мы говорим про портретную миниатюру на слоновой кости, а речь идет про то, что сама миниатюра, сам вот этот вот портретик, он выполнен тоже на дощечке из слоновой кости. Вот, может быть, она прозрачная, она сделана так, что тыльная сторона не закрыта, как в этом случае, а открытая, он как бы просвечивается, светится. Либо это, как в этом случае, она закрыта здесь, то есть такой глухой, не просвечивающийся это носитель. Вот, но в любом случае, вот этот вот портрет, который выполнен либо гуашью, либо акварелью, либо тем и другим, он выполнен на дощечке из слоновой кости. Поэтому именно вот в этом случае она называется портретом на слоновой кости. Мини-портретом на слоновой кости. А сама вот эта рамка, она может быть выполнена в различных вариантах. Это может быть и медь, это может быть и дорогой корень дерева какой-то, драгоценные какие-то, полудрагоценные камни. Все суть это не меняет. Речь идет про вот эту саму миниатюру. Вот, значит, как я и сказал, в Россию она пришла в 17 веке из Запада, вот, из Германии, Голландии, Франции. Вот, ну, потом в 18 веке, в начале 19 века, до того, когда фотография получила такое, появился бум, да, вот, широкое распространение было в России, и как бы могли себе позволить, конечно, это немногие, вот, в основном это, конечно, знать, это богатые люди, это политики, все, удобная была вещь, то есть фотографии как такого не было, но портрет любимый, портрет семьи можно было взять с собой. Необходимо сказать, что это не обязательно должна быть портретная миниатюра, как в этих случаях, это может быть и сцены какие-то брутальные, охоты, сражений, это могут быть животные, это могут быть какие-то пейзажи, они встречаются гораздо реже, соответственно, они дороже, как правило, относительно. Вот. А в основном, конечно, это портретная миниатюра. Значит, на этот счет есть очень хорошая книга.
В 1765 году Агентов перевел ее с немецкого языка. Называется она «Основательное и ясное наставление в миниатюрной живописи». Вот она на одном из аукционов России продается. Если я правильно перевожу, примерно 120 евро она стоит. Я, конечно, с удовольствием ее приобрел, потому что в ней, собственно, если ее прочитать, то поймешь всю суть этой портретной миниатюры, как она пишется, как подготавливается дощечка, какая берется, какая рама. То есть все-все-все это руководство к действию. Ну, а я, если вы заметили, по каждому из направлений, по каждому предметно-тематическому ряду, помимо того, что я собираю непосредственно сами эти произведения, я в оригинале стараюсь собирать первоисточники, то, что касается вот этого вот направления. Ну, в данном случае я это собираю как бы не для себя, собираю для дочери веера старинные. Если вы смотрели мою эту передачу, я показывал там подборочку. И вот эти вот миниатюры, я надеюсь, что когда она подрастет, ей как женщине будет эта коллекция интересна. Значит, теперь ближе к нашим дням, ближе, как говорится, к реалиям. Значит, что следует здесь сказать? Здесь следует сказать, что, ну вот, ребята, живущие в Германии, не дадут мне соврать, что, посещая флюмарк, практически нет ни одного флюмарка, где бы на продажу не были представлены вот эти вот миниатюрки на слоновой кости и в слоновой кости. Мне они как-то почему-то вот очень нравятся. Вот. Но здесь тоже вот есть нюансы. Значит, так... Делятся они на старинные, на антикварные, в основном это 19 век начало, 1800-е года, очень редко попадаются 18 век, 1700-е года, вторая там половина, это очень редкие вещи, ну а еще раньше, как бы я в такой в свободной продаже, кроме как на аукционах, их не встречал. Вот. То здесь как бы они делятся, как я сказал, на оригиналы из этого периода и на новоделы. Новоделы вот эти вот на 90%, осмелюсь так сказать, значит, делает фирма мануфактура Хавке, которая находится в Дрездене. Организована она была в начале прошлого столетия, в 1900-х годах. Потом там переезжала, ввиду того, что Дрезден потом был разбомблен там, и это они приехали на запад, потом сейчас обратно в Дрезден. Все, суть не в этом. Суть в том, что, значит, у них вот сайт есть, можете посмотреть. Значит, они получают... Кость, мам, значит, то, что касается слоновой кости, кто смотрел мою передачу про изделия из слоновой кости, там я про это говорил, напомню еще раз, это тотальное табу, то есть Евросоюз в плане поддержки африканских слонов, чтобы их не истребляли, сделал полное табу на любые, значит, продажи изделий из слоновой кости, кроме того, что если это какая-то антикварная вещь, но в данном случае должно быть какой-то разрешительный документ, что эта вещь антикварная, сделана еще до того, как. А современные изделия из слоновой кости продавать в Евросоюзе, по крайней мере, запрещено. И если вы выставляете что-то даже на eBay, там, Кляйнанцайге куда-то, на аукцион, сразу поисковая машина, раньше это длилось 2-3 дня, сейчас несколько часов, она сразу цепляется за то, что вы написали «слоновая кость» там и выкидывает, значит, товар твой с продажи. То есть, как бы, вот здесь такой вот аспект, что если кинется продавать вот эту вот, допустим, коллекцию из слоновой кости, то проблема в этом будет. В описании, по крайней мере, ты не сможешь написать, что это слоновая кость. Но здесь, значит, вот эта фирма Хавке нашла выход из этого положения, и они изготавливают вот эти вот копии, которые практически не отличаются от старинных оригиналов. Они изготавливают их из бивней мамонта, которые получают, вот на сайте у них написано, что сделано это из бивней мамонтов, которые получают из Москвы. Находятся они вот тут в вечной мерзлоте, туда-то, туда. То есть как бы слоны не истребляются, а делается это уже из усопших предков этих вот слонов, то есть из мамонтов. Не знаю, откуда они сейчас будут эти бивни получать. Есть такая маленькая передачка на этот счет, если задайте в YouTube, там Хавки, фирма, все, как они вот эти вот бивни разрезают поперечно, потом пластиночки эти делают, то есть как бы с минимальными какими-либо отходами и прочее. И потом они берут вот эти вот старинные миниатюры, их вскрывают, портретик этот достают и с него делают, значит, копию, сидят у них художники,
и копируют вот эти вот портреты с оригиналов. Поэтому как бы получается так, что на сегодняшний момент очень много можно встретить одинаковых портретов, то есть как бы уже я где-то как бы это видел. И вот это говорит о том, что уже как бы этот портрет в оригинале либо в копии вам встречался. Собственно, и не гарантия того, что раньше тоже он был сделан в одном только экземпляре. Нет, как бы. Да, здесь еще один момент, ребята, необходимо отметить, как бы, необходимо всегда иметь лупу с собой, лучше 80-кратную, вот, и смотрите так на портретик, если там вот эти вот там, такие точечки, их сразу видать, это говорит о том, что это дрюк, туда вставили вот это вот распечатанное, вот, если видно, вот, оно сразу видно, как на губы, на глаза, обращайте внимание, на волосы, вот эти вот мазки, либо краски, либо там карандашиком, либо вот, акварель, ее сразу видать, то есть, как бы, я хочу сказать, что имея лупу, особенно вот 80-кратную, отличить оригинал от дрюка, как бы, несложно это сделать, даже начинающему достаточно просто посмотреть тот и другой вариант. Вот. Но это не говорит о том, есть экземпляры старинные, которые начинался этот дрюк тоже уже, у меня была на этот счет тоже передача, то есть в конце 18-го, начале 19 века уже дрюк вовсю шел, и можно встретить миниатюру, которая не написана, а вот этот вот копия там вставлена, вот эта распечатка, она будет дороже, чем оригинал, это другой вопрос. Ну а вот чтобы современные как бы отличать вот таким вот образом. Вот. Значит, как я уже сказал, вот эта вот фирма Хавке, она владеет 90% рынка по изготовлению, значит, миниатюр на слоновой кости, в частности, именно вот в такой вот транскрипции, именно в таком варианте, когда здесь и рамка, и все сделано тоже из лепестков, в данном случае уже, значит, рогом бивня этого мамонта. Вот, 90%, я смелюсь так сказать. Значит, по своим варианты, которые они продают, вы видите на сайте, они предлагают сертификат, там написано, что это сделано из бивня мамонта, что это Naturschutz с этого, с учреждения, с этого по защите природы, у них все эти справки, все, они этим козыряют, каждой своей покупке вы получите от них вот эту вот справку, что это сделано из бивня мамонта, а не слона. Вот. И здесь, значит, такой аспект теперь у нас, как бы, как отличить, скажем, оригинал и антикварную миниатюру от вот этой вот, от современной. Но если это касается, как я сказал, вот этого вот, вот этой вот мануфактуры, то у них на обороте здесь, у них прям наклеено там, этот сертификатик там обозначен, все. Вот, то есть у них написано, они это не скрывают и как бы не занимаются тем, что делают подделки и там в черную продают как-то. Нет, это не имеет места быть. То есть если это этой фирмы, они относительно часто тоже в продаже попадаются, переворачиваете. Первое, что вы всегда делаете, когда миниатюру где-то увидели, вы ее переворачиваете. Если это этой фирмы, вы сразу там увидите их паспорту. Вот. Если это другой какой-то вариант, то я не знаю, какие тут у меня одна или две, у меня тоже здесь в данном случае есть не антикварные, там замш, допустим, красный замш. Вот. Ну а если мы говорим про старинную вещь, как, допустим, в этом случае вот портрет Мендельсона, вальс его всем нам знаком, то, как правило, у них оборотная сторона, они заклеивали каким-либо печатным листом старым, либо с журнала, либо с газеты, и вот такая вот наклеечка, которая клеем, вот этим козьим клеем приклеена, отодрать ее практически невозможно, только если ее вместе с основой все, как правило, вот в настоящей старинной миниатюре обязательно вот эта наклейка присутствует, на которой написано, что это, кого это портрет, кому он принадлежит. Вот, и здесь, что Эльфенбайн сделано из, значит, рога, в данном случае слона. Вот. Значит, некоторые из них сигнированы. Прямо здесь, когда вот вы смотрите, сбоку вот подпись стоит художника.
Вот это особенно ценные варианты. Особенно ценные варианты, конечно, которые чуть-чуть побольше, которые рамково так более украшены, добавлены какие-то дополнительные там, значит, материалы в обработке. Короче, это чисто так эстетически, значит, чем красивее вот эта рамка, чем больше в Венеге вот работа была затрачена, чем знаменитее персона, чем тоньше портрет. Вот вы смотрите, и вот у дам особенно там вот на платье, вот на некоторых все видно, прям как проработка, вот эти ювелирные украшения. Все, соответственно, все это влияет на цену. Вот следующий пункт, по которому можно отличить старинную гравюру от современной, конечно же, вот опять переворачиваем, здесь вот старинная вот эта вот газета на французском, итальянском, немецком языке, неважно, вот. Ну, конечно, сразу же здесь видно сама структура, она значительно отличается от более раннего исполнения, чем вот это. Вот кость слона, она имеет свойство так немного желтеть. Все, сама вот эта вот рамка медная, бронзовая, она выполнена немного в другом исполнении. То есть, как бы, если глаз набит и занимаетесь антиквариатом, то отличить более раннюю вещь от более поздней, конечно, не представляет, в принципе, труда. Ну, собственно, вот по данной теме так все, что я хотел вам доложить, изложить. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте, охотно отвечу. До свидания, всем удачи, здоровья и мирного неба над головой.